Институт культуры вновь стал площадкой межвузовского творческого проекта. В городском саду играет духовой оркестр. Традиционно мероприятие проходит под живой аккомпанемент военного оркестра Академии Федеральной службы охраны. Многочасовые репетиции, поиск того самого платья, волнения – все ради этих эмоций. Мероприятие входит в привычное русло. В минувшем году оно было впервые проведено после пандемии. И теперь, по словам организаторов, вновь станет одним из ярчайших событий Института культуры. Это даже не мероприятие, а настоящий праздник, который объединяет курсантов ФСО, объединяет наших студенток, объединяет военный оркестр ФСО в такую мощную эмоциональную вещь, которая способствует и общению молодежи, и приобщению молодежи к культуре. И это действительно праздник для многих горожан, которых мы всегда традиционно приглашаем на этот вечер, для того, чтобы они смогли насладиться музыкой, пением и хорошей атмосферой.